Специально для YouTube канала приехали на Минскую городскую свалку и едем в гости к нашим друзьям-бомжам. Они меня все знают. Я очень долгое время тут работал. Идем в первое поселение. Первое поселение бомжей. Где Базыль? А? Базыль где? Базыль на этом, на валу. А Славик? То же самое, все на валу. Ты один? А? Ты один? А есть телефоны, платы, что-нибудь? Я не знаю, там у них, наверное, есть. Нет, нет, ничего. Они, по-моему, вчера сдавали как-то. Все понятно. Короче, кушать готовишь, да? Ну. Дежурный по кухне сегодня, что ли? Сегодня как-то угадал. Все, я. Ну что, прогуляемся. Первое поселение видели. Тут за елками еще поселение штук 10. Но видите, рано приехали, все еще на работе. Никого как бы нету дома. Вот, там люди сейчас начинают распаливать месть. Я не знаю, ребят, в открытую сложно такое снимать. Постараюсь как-то телефон подзаныкать. Вот, пройдемся. Сейчас зайдем на какое-нибудь второе, третье поселение. Надеюсь, что что-нибудь на видео удастся нам прикупить. Приходится пробираться вот по такой грязи, как бы бомжи, люди не гордые, проживают в таких условиях. Вот, проходим еще одно поселение, сейчас зайдем. Буду снимать за качество, извиняйте. Так, тут жила знакомая, звали Соня. Соня! О, дома? Так. Ничего себе. Здрасте. Как у вас дела? Заходим в гости. О, видали, как живут? Лучше, чем минчане живут. Кухня, свет, датчик, зеркальце. У вас вообще тут классно. Магнитофончик, печечка. Да, я... да не надо. Лампы, иконы. Блин, я телек, плазма, пипец. Еще может работает? Рабочий. Обалдеть. Рабочий. Генератор привязанный. Обалдеть. Ну я вообще теперь не везу, потому что спите все. А так я буду тут постоянно. Так вот люди живут возле свалки. Тут я понимаю. В городе Минске. Так, обзор продолжаем. Сейчас, зайдем во вторую буду. Вот тут вот собака-охранник. Так вот выглядит, заходить не буду. Воняет ужасно. Вот такие находки. Видали, люди со свалки волокают? Такое искусство можно было бы и забрать, да? Класс, вообще класс. Ну что, пойдем еще. Груша боксерская. Пойдем еще в какой-нибудь... Ну вот, идем с Соней с гостей. Сейчас покажу, что приобрел у нее. Смотрите, ребят, купил две вот такие платы. На платах мы видим бескорпусные КМ-конденсаторы, где-то 2000 долларов за килограмм. А тут корпусные, вот это вот тоже КМ-конденсаторы, где-то 2000 долларов за килограмм. Вот тут их немножко есть, я купил за 10 белорусских рублей. Вот, солярка отбита. Вон там, вон палят медь, страх. Ездят мусоровозы. Ну, вот так вот выглядит свалка. Все, ребят, продолжение на YouTube. Смотрите, буду снимать, заливать. Я думаю, всем понравилась жизнь у Соньки возле свалки.